Однажды, гуляя по интернету, я наткнулась на форум с вопросами и историями мамаш, которые не любят своих детей. Я расскажу вам самые шокирующие. Моей дочери всего 12, а у нее второй размер груди. Это точно не генетика. Как это остановить? Я не хочу, чтобы у нее грудь была больше, чем у меня. Что мне с этим делать? Моей дочери 15 лет. Вчера она вечером пришла домой за сосом. Она гуляла с парнем-одногодкой. И на мой вопрос «откуда?» ответила, что парень сделал. И тут я просто пришла в бешенство. Начала кричать: «Как так можно?» На что дочь ответила: «Он же не насильно мне его поставил. Он спросил, я разрешила». От этого я еще больше разозлилась на нее. Обозвала ее последними словами. Сказала, что выгоню 18 лет из дома. Ну а как еще? Мне в ее возрасте засосов никто не ставил. До сих пор не понимаю, как так можно. Дочь убить готова. В школе же учителя увидеть могут. Чем она думала? Неужели она меня так не любит? Позвонила маме, та со мной согласна. Устроила полную промывку мозгов дочери. Дочь плакала всю ночь. Утром проснулась с ужасными отеками под глазами. Выглядит, как будто она мать-одиночка кормит семеро детей. До сих пор злая на нее, не знаю, что делать дальше. Ведь доверия никакого теперь. Лишила карманных денег, запретила гулять и отобрала ноутбук. Планирую звонить этому парню и выскажу ему все, что думаю о нем. Дочери, естественно, запретила с ним встречаться. Хочу узнать ваше мнение по этой ситуации. Отдала сына в детский дом. Так получилось, потому что родила рано и не могла нормально заниматься воспитанием, не было времени на него совсем. Сейчас он уже выпустился из детского дома, и государство выделило ему квартиру двухкомнатную. Могу ли я на правах его биологической матери как-то на нее претендовать? Ну или могу я от него требовать выплату за то, что я его родила? У дочери переходной возраст. 3 дня назад она крикнула, что ненавидит меня, и лучше бы я не была ее мамой. Я замазала себя на общих фото, распечатала их и вставила в наши фоторамки. Удалила из ее телефона свои контакты и наши переписки. Удалилась из Инстаграма и ушла на 3 дня жить к сестре. Мой муж знал обо всем и делал вид, что меня никогда не существовало. Она чуть с ума не сошла. Вчера я вернулась, и она пообещала больше так себя не вести. С друзьями катались на горке, а потом пришла злая тетка с маленьким ребенком. И она начала кататься с горки на крышке от унитаза. Мы ржали с нее. Потом она сказала ребенку, что пора идти домой. Ребенок вредничал, и она взяла его за шарф, как за поводок, и сказала: «Не хочешь как человек, будешь идти как собака». И заставила его идти на четвереньках. Нам уже было не до смеха. Катаю детей на пони в парке, веду коня, изредка поглядывая на пассажирку и замечаю, что девочка едет с высунутым языком. «Ты что, мошек ловишь, как лягушка?» – пошутила я. После чего девочка со стекленевшими глазами падает на землю и начинает биться в припадке. Пони от испуга пытается вырваться, бьет копытом девочки по голове и разбивает голову до крови. Пены у рта и крови море, зеваки собираются. Я в шоке. Но этот ужас эпически завершила мамаша, выдав: «Да не бойтесь, у нее это бывает, ща пройдет». Вчера нашего ученика сбила машина. Слава богу, только испух и разодранные коленки и локти. Мама потянула своего сына и годовалого брата в коляске через 6-полосную трассу, без светофора и перехода. Сегодня уже проверяли документацию в школе. Но это не самое страшное. Это мать года в родительском чате жаловалась, что это их учительница виновата. Слишком часто она с ними изучает правила дорожного движения. Это она научила ребенка не слушать мать, и он упирался и не хотел перебегать дорогу в неположенном месте. А так быстренько перебежали бы, и все хорошо было бы. Меня вчера обвинили в краже денег, причем обвинила собственная мать. Она вызвала полицию, написала на меня заявление, требует, чтобы меня посадили. Моя младшая сестра, пока мама в присутствии полицейских писала заяву, рассказала мне маленький секрет. Мама в разговоре с папой сказала, что квартира слишком маленькая для нас всех, и ты мешаешь нам больше всех.
Получается, что моя мама готова отправить меня в тюрьму просто ради того, чтобы в квартире было больше места. Лучшие родители, которых я не выбирала. Моя мама сошла с ума, походу клинически и насовсем. Ей 45, мне 25, и последние 5 лет она активно приседает мне на уши по поводу того, что пора бы мне деточку завести. Она же родила в 20 лет, значит и мне надо. Пропаганду беременности, материнского счастья я отсекла как могла, ссылаясь на учебу, карьеру, поиски правильного мужчины и простое «не хочу пока». Теперь эпопея достигла нового круга ада. Моя дорогая маман решила, что мне непременно нужна лялька, и раз я не желаю рожать сама, то это она сделает за меня, а ребенка подкинет мне. О гениальном плане я узнала, когда мама была уже на 5-м месяце, и живот перестал прятаться. От кого беременна, неизвестно. Мой отец умер 10 лет назад, а ее ответ «не волнуйся об этом». Выбирай кроватку и коляску, ребенка тебе рожаю. Хотя свою позицию я оглашала громко не один раз. Я в полном ужасе. Мамина подруга в молодости встречалась с парнем. Залетела, а он ее бросил. От чувства мести назвала своего сына Иуда. Мол, ее сын – плод предательства. Сообщила об этом бывшему, на что получил ответ. Не зря ушел от такой дуры. Все родные умоляли ее сменить имя ребенку, а она ни в какую. И вот когда сын вырос и после школы получил паспорт и поменял имя на Иван, уехал учиться и перестал общаться с матерью. У меня не любовь к собственному ребенку до сих пор, как только родила, сразу же не взлюбила. Бывает, оказывается, и так. Оказывается, мы не подходим по астрологическим меркам. Он близнец, а мы с мужем козероги. Зато его очень любят наши соседи, оба они близнецы, а дочка их, козерожка, очень нравится нам. Вот как бывает. Хочешь, не хочешь, а поверишь в эти астрологии. Может, у вас тоже так? Недавно моя дочь вышла замуж. Ну, я спросила, когда будете рожать? А она ответила, пока не знаю. Я как это не знаешь? Дети, это счастье. Если ты через год не родишь, я перестану с тобой общаться. А она сразу начала рыдать и говорить, а тебе какое дело? Что делать в этой ужасной ситуации? Я так хочу внуков.